правительства Российской Федерации Дмитрий Николаевич Чернышенко. Дорогие участники форума, рад всех приветствовать на первом международном форуме проектного управления «Ответы на вызовы нового времени». Он приурочен к этому юбилейному конкурсу проектного управления. Уровень сложности и амбициозности задач у нас от конкурса к конкурсу постоянно растет, требует индивидуальных решений. Организации всех отраслей сейчас пересматривают производственные и логистические процессы, формируя новые партнерские отношения. Мы видим, что меняются подходы к достижению национальной цели развития, которую нам поставил президент. На федеральном уровне такие изменения сопровождаются формированием новых механизмов поддержки организации и масштабными инфраструктурными проектами. Повсеместно деятельность органов власти внедряется решение на основе больших данных и систем искусственного интеллекта. Устойчивое развитие и изменения, о которых мы говорим, это результат сотен отдельных проектов и, конечно, эффективной работы, прежде всего, проектных команд и их руководителей. И форум даст возможность обсудить, как изменились подходы в управлении проектами за последний год. Отрадно видеть среди участников коллег из разных стран. Очень интересно узнать их опыт в контексте событий, которые сейчас происходят на мировой арене. Я уверен, что сегодня будет дан старт новым амбициозным проектам и бизнес-идеям,